Медитация на удачу. Поставьте ноги на пол. Положите правую руку на левую. Поднимите плечи вверх и сбросьте их вниз. Подарите себе мягкую улыбку на лице. Как будете готовы, начните медленно и плавно закрывать глаза. Что сейчас происходит внутри вас? Какие там ощущения, чувства, текущая энергия? Сделайте медленный, плавный вдох в сердце и задержите дыхание. И на выдохе выпустите воздух. Вам хорошо и комфортно находиться здесь и сейчас. А если вам некомфортно, принимайте этот дискомфорт. Позволяйте ему быть. Не спешите его стирать изнутри себя. Просто пусть он будет. Наблюдайте за всем. Наблюдайте за своими ногами, обратите внимание в колени. Сейчас вы не делаете намерения или усилия, вы просто наблюдаете за всеми ощущениями. В коленях, бедрах, ягодицах. Вы как будто приземляете свое тело, наблюдаете за ним и благодарите за то, что у вас есть такое тело, ваши ноги, руки, голова. Теперь внимание на ладошки. Почувствуйте ощущения в центре ладони. Внимание вниз живота, верхнюю часть живота. Внимание в сердце и в плечи. Плечи расслаблены. Вы отпускаете напряжение с плеч. Внимание в шею, подбородок, губы, щеки, нос, веки, брови и лоб. Задняя часть головы. Голова становится как будто прозрачной. Вам хорошо и легко. И легко. И просто внутри себя. Вы позволяете себе любые ощущения, любой комфорт, любой дискомфорт. Позволяете себе отпустить все мысли, находиться здесь и сейчас. Если что-то извне вас беспокоит, вы благодарите за это беспокойство и возвращаете внимание в центр тела. Центр живота немного выше пупка. Внутри живота там, где заканчивается вдох и начинается выдох. Теперь обратите внимание на кончик носа. Понаблюдайте, как воздух заходит сквозь нос, легкие. И выходит из центра живота. Еще раз вдох, выдох из центра тела. Вдох, выдох из центра тела. И теперь вдох в центр тела. Задержите дыхание в центре тела, в центре живота. На выдохе просто сохраняйте внимание в животе, даже когда воздух выходит вверх. И теперь в центре тела, в центре вашего живота, представьте цветок сирени и на нем 5 лепестков. Он может быть маленький в своем оригинальном размере или может вырасти, занимая все пространство вашего живота. Может быть сиреневый, может быть белый.
или другого цвета, который приходит вам. Просто позвольте себе наблюдать за этим цветком. И теперь подумайте в сфере жизни, где вы очень хотели бы получить удачу. Это может быть ваше физическое здоровье, или ваши эмоции, или ваши отношения, или ваше управление временем, или ваша работа, миссия, предназначение, или ваши финансы, или то, как вы празднуете жизнь и какой вклад делаете в общую жизнь. В любой сфере представьте себе, что вы хотите получить удачу, везение, успех. И как выражается удача в этой сфере жизни? Если вы можете представить, что у вас уже есть удача, то что вокруг вас находится, что у вас окружает, какие люди, какие вещи, где вы находитесь. Сделайте такую маленькую образную фотографию своей удачи. Поместите ее внутри цветка сирени, который находится в центре вашего живота. Сделайте медленный, плавный вдох в центр вашего живота, в центр сирени, в центр вашей удачи. И на выдохе представьте, что цветок вместе с вашей картинкой выплывает вверх, к сердцу, вверх, к горлу, вверх, к центру головы, на макушку и выстреливает в небо. Вы отправили свой запрос на удачу в небо. Вы чувствуете уверенность в своем теле, что все, что вы хотите, обязательно случится. Подарите себе мягкую, нежную улыбку. Обратите внимание на все ощущения в теле. Приземляйтесь обратно в тело. Подвигайте пальцами рук, пальцами ног. Сделайте медленный, плавный вдох и свободный, спокойный выдох. И когда вы будете готовы, начинайте медленно и плавно открывать глаза. И помните, что не важно, что вы находите снаружи, у вас всегда есть удача внутри, и она вам всегда помогает. Вы всегда можете к ней обратиться.